Добрый день, коллеги! С вами Ирина Хмелевская, опять из Барселоны. У нас не просто жарко, у нас очень-очень жарко. И сегодня такой вопрос к вам. Зачем вы пошли учиться на психолога? Когда-то, когда я училась в МГУ, на первом курсе я провела опрос. Прям специально прошла по всем студентам. У нас был там поток второй высшее и некоторых третье высшее. И, соответственно, я прошла по всем студентам и опросила их, и спросила, зачем они пришли учиться на психолога. И кто-то из них сказал, что я хочу разобраться со своими какими-то внутренними проблемами. И это вполне нормально и логично. Кто-то из них сказал, что они действительно хотят работать психологами, и это тоже прям круто очень. Кто-то собирался работать именно в своем бизнесе и хотел использовать инструменты психологии именно для бизнеса. Наташа, привет, очень приятно. И это тоже нормально. Определите сами для себя, зачем вы учились на психолога, зачем вы проходили вот эти бесчисленные тренинги, курсы. Вообще, зачем вы в профессии, зачем вы туда пришли, зачем вы пришли, изучаете все это. И хотите ли вы действительно делиться и работать как психолог, либо вам достаточно вот этого блока, где вы разбираетесь со своими какими-то внутренними проблемами, налаживаете свою личную жизнь, свои отношения, отношения в бизнесе, отношения в семье. Зачем вы пришли зачем вы пришли учиться психологии? Я еще раз прошу прощения, у меня вентилятор, да, дует. И зачем? Возможно, что-то изменилось с тех пор, как вы отучились, потому что к концу четвертого курса, когда мы доучились, некоторые люди, те, кто собирался работать психологом, они уже не хотели работать психологом. Те, наоборот, кто разобрался со своими проблемами, они вдруг решили именно работать психологом. Кто-то пошел в бизнес-тренера, и это тоже нормально, и это тоже хорошо. Определите сами для себя, зачем вы в психологии. Вот я, например, очень четко понимала, что я выхожу из института, и я буду работать с живыми людьми, потому что у меня есть все навыки, у меня есть все инструменты для того, чтобы работать с обычными живыми людьми. Тогда я начинала работать с подростками и с родителями. И, соответственно, мне это очень нравилось, и я оставалась в этой нише 2 года. И все, что я делала, это было вот на не просто почувствовать себя специалистом, не просто работать как психолог, но так как я экономист и всю жизнь работала с деньгами и прекрасно понимаю, как зарабатывать деньги, что такое деньги, то мне интересно было еще и зарабатывать в этой профессии, научиться зарабатывать в этой профессии. Именно поэтому я прошла весь этот сложный путь, я сама делала страницы, я сама изучала каких-то вот этих мини-чатов, мани-ботов, вот этих, всеми вот этими какими-то техническими сложностями занималась. Я сама размещала ролики на YouTube. Ну, то есть я сама прошла все-все-все вот это. Параллельно я еще училась маркетингу, потому что я понимала, что без маркетинга я вообще, ну как, я не смогу продавать. Я не знаю, вот на что надежда у тех психологов, которые сидят и ждут, что клиенты придут к ним сами. Если вы действительно хотите работать, без маркетинга вы не сможете этого сделать. Если вы хотите найти каких-то специалистов в сети, не психологов, заметьте, не психологов, а которые действительно технические специалисты по написанию текстов, там еще что-то, окей, но это будут какие-то разовые такие знания, точечные. Вот там пошел чему-то поучился, там пошел чему-то поучился, там пошел чему-то поучился. Я тоже хожу, кстати, учиться и на курсы сторителлинга, и на курсы по техническому какому-то, по Яндекс.Рекламе, там еще чего-то. Но я это делаю для того, чтобы все это принести в свою программу для психологов. Именно для психологов, для экспертов, которые хотят работать с клиентами. Мне интересны люди, которые хотят работать с клиентами. Да, вы можете прийти на курсы и разобраться со своими страхами по поводу денег. Да, вы можете прийти на курсы и разобраться со своим страхом и самоопределение вот этого, кто я, психолог ли я, имею ли я право на психологию, на то, чтобы заниматься с клиентами и прочее, и прочее. Вы можете прийти на этот курс, но основная задача этого курса – научить психолога работать с клиентами и получать за это деньги. Если вам это отзывается, если вам это интересно, то записывайтесь на бесплатную консультацию для того, чтобы понять, хотите ли вы работать психологом, могу ли я вам в этом помочь, ваш ли я коуч, ваш ли я психолог, смогу ли я помочь вам на этом курсе. Welcome! Если нет,
Если вы четко понимаете, что вы не хотите работать с психологом, тогда это видео не для вас. Всем ромашек!